Продолжая тему, почему не всем удается вернуть любимого человека. Рекомендую досмотреть до конца. В первой части я рассказала про два важных критерия. Если вы его не смотрели, то ссылочку в описании под этим видео обязательно посмотрите. Здравствуйте, с вами я, Виктория Власова. Я помогаю женщинам налаживать личную жизнь, становиться любимыми, счастливыми. С помощью моей методики сотни женщин установили отношения. И если вы еще не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. И приступаю к теме нашего видео. Очень популярный совет в интернете – попроси друзей поговорить с бывшим и повлиять на него. Если вы его примените, то вызовете злость у мужчины, но не желание вернуться. Зачитаю кусочек одной истории моей подписчицы. Показательный пример. Я попросила его маму с ним поговорить. Я не знаю, что произошло, только увидела, что я везде заблокирована. Я позвонила с телефона подруге, он ответил и сказал, что с предателями не хочет разговаривать и бросил трубку. А теперь давайте рассмотрим, почему мужчина так отреагировал. Поскольку девушка за его спиной обсуждала их отношения, да еще с кем? С его мамой. И это вызвало негативную реакцию, чего стоило и ожидать. А теперь представьте себе ситуацию, где вы расстались с мужчиной и приняли решение не общаться. И тут вам ваша мама или подруга начинает втирать, какой он хороший и как плохо вы поступили. Измените ли вы свое решение после таких разговоров? Какую эмоцию вы испытаете? Можете написать в комментариях под этим видео. Обычно после таких задушевных бесед мы злимся, почему подруга вмешивается и выгораживает бывших. Согласитесь, примерно так же себя чувствует и мужчина, когда к нему лезут с разговорами о вас и его друзья. И двигаемся дальше. Почему не у всех получается вернуть любимого? Нет четкого представления, с чего начать и как себя вести. Люди действуют по интуиции и совершают много ошибок, которые отталкивают мужчин. Пишут разные слезливые смс. «Вернись», «Дай нам второй шанс». И такие смс вызывают лишь жалость у мужчины, но не интерес. И если вы расстались и не знаете, с чего начать восстанавливать отношения, я рекомендую пройти мой бесплатный курс «Как вернуть любимого за 3 шага» и получить доступ вы можете по ссылочке в описании под этим видео. Идемте дальше. Есть другая сторона. Женщины сидят и ждут. Когда же милый сам вернется? И когда проходит время, начинают мне писать следующее. И зачитаю несколько комментариев. Уже прошло полгода, как мы не вместе. Я многое поняла, где была неправа. Очень хочу помириться, боюсь, все испортит, он не пишет и не звонит. Дорогие мои, сидеть и ждать – это плохая позиция, если вы хотите наладить отношения. Поскольку чем больше проходит времени, партнер отвыкает и забывает. Скорее всего, многие из вас расстались, поскольку вы начали контролировать, ревновать, пилить или часто ссорились. И, конечно же, партнер ушел, поскольку его не устраивало текущее положение. А теперь подумайте, зачем ему возвращаться туда, откуда он убежал? Ваша задача измениться и показать через общение, что вы так больше поступать не будете. И вот еще один пример, что происходит, если ничего не делать, сидеть сложа руки. Виктория, мы расстались год назад. Я думала, что Саша вернется, очень надеялась, что одумается. И вот вчера выложил фото с девушкой. Мне так больно. Если вы затаились и не поддерживаете общение с бывшим, то он, естественно, отвыкает и начинает устраивать свою личную жизнь. Девочки, если вы расстались и не знаете, с чего начать восстанавливать отношения, рекомендую пройти мой бесплатный курс «Как вернуть любимого за 3 шага». Ссылочка в описании под этим видео.
И расскажу про еще две причины, почему не удается вернуть любимого человека. Не хватает терпения дойти до конца. Сейчас поясню. Женщина вышла несколько раз на связь и уже ждет, что мужчина растает и вернется. Но, как правило, процесс восстановления отношений занимает чуть больше времени. Примерно от 2-3 недель до 2-3 месяцев, в зависимости от сложности ситуации. Вот, например, одна из моих учениц, Оксана, вернула любимого человека всего за 3 недели с помощью методики из тренинга «Как вернуть любимого, используя волшебный СМС». Вот вторая моя ученица наладила общение всего за 1,5 месяца и вернула своего любимого человека. Вы тоже можете наладить отношения с моей помощью. И расскажу про последнюю причину, которая мешает вернуть любимого человека. Женщины на пути восстановления отношений передумывают. Практически все хотят вернуть любимого после его ухода. Затем проходит время, эмоции стихают, происходит переоценка, и женщина передумывает бороться за свои отношения. Я всегда за восстановление отношений, если они в целом были хорошими, и если у вас есть чувства. Поскольку проходит время, и многие остаются одинокими, это печально. Очень часто получаю следующие письма. «Виктория, мы расстались год назад. За все это время ходила на свидания с другими мужчинами, но никого не вижу рядом. Никто не нравится». И если вы тоже не видите другого мужчину рядом, если у вас остались чувства, тогда не сидите, а боритесь за свое счастье. В своем тренинге «Как вернуть любимого, используя волшебный СМС» есть вся пошаговая методика восстановления отношений. Ваша задача просто применить. Поддержка и ответы на вопросы в течение 3 месяцев. Я помогла сотням женщин наладить отношения и вам тоже могу помочь, если вы позволите. Регистрируйтесь на тренинг по ссылочке в описании под этим видео и встретимся в 1-м уроке. С вами была Виктория Власова. Увидимся. До новых встреч!